Сегодня входит в оборот новая банкнота достоинством 100 долларов США. Сегодня вступает в обращение новая денежная банкнота достоинством 100 долларов США. Информация с подробностями об отличиях новой купюры размещена на официальном сайте Newman. Там же можно найти и ее подробное описание на 20 языках мира. У банкноты имеются два усовершенствованных элемента усиленной защиты. Это 3D-защитная линия синего цвета и колокольчик в чернильнице с меняющим цвет колоколом свободы. Также на новой купюре появилась крупная цифра 100. Что касается неизменных деталей дизайна 100-долларовой банкноты, водяной знак, представляющий из себя портрет одного из основателей США Бенджамина Франклина, расположенная в правом нижнем углу цифра 100 и защитная нить остались на месте. Как отмечается в американском казначействе, купюра в 100 долларов – вторая по распространенности на территории Соединенных Штатов после 1-долларовых.